Картофель удобно запекать в духовке и фаршировать разными начинками, например, с ветчиной, копченой рыбой или беконом и сыром. Посмотрите, как приготовить фаршированный печеный картофель. Вкус у картофеля самый разнообразный, все зависит от того, как и с чем его приготовить. Для фарша отлично подойдет сыр, зелень, овощи, яйца, мясо, рыба, да все, что угодно. А если картофель завернуть в кусочки бекона или ветчины, получится более калорийное блюдо. Такое блюдо точно завладеет вниманием ваших гостей. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Обжарьте бекон на сковороде до хрустящей корочки. 2. Запекайте картофель в духовке 30 минут при температуре 190 градусов. 3. Срежьте с помощью круглой формочки сердцевину картофеля. 4. Подготовьте картофельные формочки. Вкусняшки, подписавшимся. 5. Смешайте сердцевины картофеля с луком, сметаной, измельченным беконом, сливочным маслом и молоком. 6. Начините картофельные формочки картофельной начинкой. 7. Украсьте картофель тертым сыром, поместите в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Вот что нам понадобится. Картофель, 8 штук. Молоко, 4 стакана. Сливочное масло, 100 грамм. Сметана, 3-4 стакана. Бекон, 6 ломтиков. Сыр тертый, 1/2 стакана. Лук зеленый, 1 пучок. Соль, перец, по вкусу. Количество порций, 2-4. Спасибо за просмотр. Напишите, что вы думаете, или просто лайкните. До свидания.